В микрорайоне Ругели на отрезке от котлована до реки Мельнички продолжается строительство 3-километровой дамбы, необходимой для защиты прилегающих территорий от наводнений. В настоящий момент проделана треть из всех строительных и инженерных работ. Длина незавершенного массива дамбы уже составляет 2 километра. Полностью завершены дренажные сети. Работы ведутся по графику, причем серьезные изменения произошли у места втекания реки Мельнички в Долгаву. Здесь близка к завершению постройка насосной станции, а вокруг нее укреплены края насыпи. До начала нереста рыбы предстоит провести очистку приточной реки. Полностью расчищены все рабочие участки дамбы, при этом строители учли пожелания местных жителей по сохранению отдельных деревьев, а также особенности местных биотопов. Продолжается подвоз минерального грунта, выравнивание и прокатка полотна дамбы. В ближайшее время должна начаться насыпка бетонитовой глины с речной стороны дамбы для повышения ее гидроустойчивости. Проект по возведению дамбы, большую часть которого покрывается финансирование Фонда регионального развития ЕС, должен завершиться к ноябрю этого года. Стоит отметить, что данное сооружение будет в первую очередь иметь инженерную функцию. Эта дамба пока не рассматривается как очередной променад у реки, однако этот вопрос будет актуализирован позже, после завершения строительства. Передвижение транспорта по дамбе, за исключением оперативной техники, сейчас запрещено. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.